Абсолютно точно не був агентом ФСБ. Ви говорите о киллере убитом? Абсолютно. Я знаю, хто був цей киллер. Він служив у мене в батальйоні протягом року, з 15 по 16 рік. Я знаю, чим він займався до того, і не знаю, чим він займався після служби. Подождите, но если верить советнику Авакова Геращенко, то в это время он был в каком-то российском спеццентре, созданном еще во времена сталинских ГУЛАГов, где его готовили к внедрению в Украину. Це припущення. Я кажу, що це не був агент ФСБ і це не був професійний кіллер. Це була людина, використана після того, як вона не знала, куди себе приткнути. Про це я говорив. Киллеры с собой не берут ни посвящений, ни участника боевых действий. Ему треба было добраться до этого места. Я вам кажу. Жоден профессиональный вбивца никогда не взял с собой документы. Я вчера два раза проходил мимо премьер-палаца без паспорта. Это была людина, выкористана спецслужбами. Без документов. Людина, выкористана спецслужбами. Документов не нужно. Так вы же не киллер. Я вам поясню. Ну, не было написано, что он киллер. Без документов по городу у нас еще передвигаться можно. Куда ему можно было добраться? Я не понимаю, если он взял с собой документы, то это что означает? Это означает, что это не был профессиональный киллер. Это была людина, нанята ФСБ для выполнения задач. Он не был агентом, но был нанят. Не был агентом ФСБ, не был профессиональным.